Пьяного водителя задержали омские инспекторы ДПС. Иномарка сильно виляла на пустой улице. Никто не пострадал, только чудом, ведь когда молодого человека попросили выйти из машины, стало понятно, он даже на ногах держится с трудом. Евгений, живешь где? Живешь где, говорю? Молодой человек не пытался сбежать от инспекторов, а наоборот, просился в патрульную машину, чтобы погреться. Ездить на пассажирском сиденье ему предстоит долго, его лишат прав уже повторно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уже точно известно, что штраф 30 000 рублей.